Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Диоген, греческий философ. Греческий философ из Синопа на Черном море жил в Афинах в крайней бедности и аскетизме и учил, что человек должен жить, удовлетворяя свои естественные потребности наиболее простым путем, избегая удобств. В связи с этим он был прозван Кионом, по-гречески собака, что-то вроде бесстыдник, а его последователи – киниками. Являлся героем многочисленных анекдотов, жил в бочке, которую катал вниз и вверх по улицам, когда все горожане готовились к войне с Филиппом Македонским, для того, как он говорил, чтобы тоже быть чем-то занят. Он носил фонарь при ярком свете, приговаривал, что ищет человека. По преданию, когда посетивший его Александр Великий спросил, что он может сделать для Диогена, тот попросил Александра не загораживать свет. На это император воскликнул: «О, если бы я не был Александром, то хотел бы быть Диогеном». Учение Диогена было главным образом негативно, однако его неприятие обмана и хвастовства пошло в философию Сократа и стоиков. Вот так вкратце о греческом философе Диогене. Пока-пока, до свидания.